Уже традиционно накануне Дня Победы в Краснодарском выставочном зале боевой славы губернатор встретился с фронтовиками и молодежным активом. В школах края созданы музеи и уголки боевой славы. Практически в каждой из них есть классы, которые носят имена героев-защитников Отечества. Глава региона поблагодарил ветеранов за активное участие в общественной жизни Кубани, ведь они помогают не только в вопросах воспитания молодежи, но и в управлении краем. В некоторых районах председатели Совета ветеранов стали советниками и помощниками глав районов. Вот почему эту практику не распространить на все районы? Я считаю, это сделать нужно. И тогда определенными подсказками, советами, ощущением, что нужно еще сделать для патриотического воспитания в районе, для молодежи, в том числе на определенные идеи. Поэтому, Алексей Сергеевич, давайте сделаем, чтобы представители Совета ветеранов в каждом районе стали помощниками глав и районов, и тех территориальных образований, и тех поселений, где существуют Советы ветеранов. Это обязательно. В свою очередь ветераны рассказали Вениамину Кондратьеву о волнующих их темах. Олег Бредихин обратился к губернатору за поддержкой. Музей, который находится в одной из школ около Сопки Героев в Крымском районе, сегодня не так популярен среди молодого поколения. Хотя там расположены уникальные экспонаты военных лет. Глава региона поручил восстановить музей и открыть его для школьных экскурсий.